Привет, любимая, это Акстар. И сегодня мы записываем видео с Яриком. Попробуй угадать мелодию. Посчитай, сколько песен ты угадаешь, и в конце узнаешь свое звание. Ну а если ты угадал больше половины песен, то поставь лайк и напиши, какое звание у тебя. Всем привет! Всем привет, это Ярик Бро, да, канал в описании, конечно же, да. Короче, сегодня мы будем играть в угадай мелодию с Акстарычем, вот, и в конце звание, да, звание, если угадаешь все. Просто, вот, просто, знаешь, кем, вот узнаешь в конце. Вот, а можно я буду прапорщиком, Акстарыч? Прапорщиком можно быть? Хорошо. Отлично, хорошо. Я прям с самого начала могу быть прапорщиком, да? Да, ты уже прапорщик. Ты знаешь, что все прапорщики, они тупые. Тополиный пух, да? Да. Ну, потому что мне просто до этого сказал, что это за песня. Нет, слушай, на самом деле легко догадаться. Ну, а так как Ярик, бро, я играю аккордами, я не, вот, не могу вот это все, вот это, ну, это вот, просто, ну, это с детства, должен в котел упасть с фингерстайлом. Вот, я буду играть аккордами, ну, если совсем аккордами играть, совсем ни хера непонятно. Я буду под... мычать, не угадал, и раз, два, время пострелять, между нами борьба, попадай в сердце, остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя, всего себя на тебя. Давно я не пел. Вставай, в твоя, вторая. Мне понравилось, пока... я сразу угадал. Сразу слушай, угадал пока... через 10 секунд. Слушай, пока 1-1. Мне кажется, ты вперед вырвешься, потому что я не угадал. Ставь лайк, если тоже не угадал. Я не угадал, кстати, песню. Короче, погнали. Моя песня. Тебе будет сложно, на самом деле. Типа, это не супер, прям, знаешь, мега популярная какая-то группа. Ну, мега популярная именно. Она популярна в определенных кругах. Это подсказка для зрителей. Кто угадал, тот угадал, а теперь. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Я угадал. Слушай, я могу показать, как у меня Акстар сейчас стоит. И могу показать, как на Акстара стоит. Точнее, никак. Сейчас, подожди, я подниму. Я покажу, как это выглядит. Давай. Просто. Подожди. Ой, я что-то вообще запутался. Какие-то временные... Смотри. Короче, ты... вот тут. Я в диком засвете, да? Нет, ты не в диком засвете. Давайте я покажу, как выглядит Ярик у меня. Мне теперь вернуть тебе еще надо на место, братан. Подожди. Чтоб ты понимал, я... Вот. И все, погнали. Кто следующий, я забыл. Я. Давай. Давай. Ты прикалываешься. Это вообще изично. Давай, пропой. Восточные сказки, почем ты купил три смазки? Манишь, дурманишь. Короче, если вот эту песню гадаешь, ты мне не сын. Да. Что ты там делаешь, йо? Алло, Акстар, что делаешь?
мне захотелось что-нибудь купить. Когда мне хочется что-нибудь купить, я захожу на e-каталог. А сейчас мне как раз захотелось что-нибудь купить. На e-каталоге есть все. Тут есть огромное количество фильтров, так что можете идеально подобрать любой товар. Здесь вы можете посмотреть характеристики товара, посмотреть отзывы. Ну и самое удобное для меня, то, что вы можете выбрать подходящий вам магазин. Например, недавно я покупал себе ноутбук Xiaomi. И как я это сделал? Я просто вбил название, ассортировал его, выбрал самые мощные характеристики Intel Core i7, в общем, самая мощная конфигурация, и выбрал магазин, который мне подходит по цене. Я всегда выбираю самый дешевый магазин, потому что я не очень богатый. Да, блядь! Поэтому ссылочка найдешь в описании под моим видосом на e-каталог. Я бегу просто прямо сейчас вниз в описание, потому что все, только ради этого видео на самом деле надо было делать. Да? Только ради этого видео, на самом деле, можно посмотреть, потому что, ну, блин, такая информация, она просто, ну... Все. Песню угадал? Что за песня? Да, это песенка «Кукла» колдуна Киш. Как бессонница, сейчас ночной, меня нелюдимая, облик твой. Именно так, да. Теперь твоя, давай. Оказались труселя. Ну и как тебе? Ну это же знаешь ли ты, как драч... Это должен узнать, от современника прям. Ну, узнал? Есть. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рваться, этот мир до гостей. Идут по головам, не жалея ногтей. Я играю то, что знают все. Я даже не сомневаюсь, что это добавит один балл к вашему званию. Так что... Я же могу говорить, а ты песни поешь. Что я далеко от тебя. Какой-то у нас гейский выпуск получается, чувак. Да так всегда. Мы натуралы. За него не ручаюсь, но я натуральный натурал. Давай, я докажу, подойди сюда. У меня есть женщина есть. У меня есть женщина, я натурал. Выпуск гейский, но я натурал. Смотри, женщина, я натурал. Давай теперь докажи, что ты натурал. Ну... Согласен. А гитара какой марки? Николай Андреев. Я чуть не упал. Ну, короче, я теперь сейчас играю песню, которая вот типа... как сказать? Ее еще ни разу нигде не было, вообще нигде. Вот нигде. У тебя в видосах вообще ни разу не было этой песни. Uh-huh. Вот, поэтому будет сложно догадаться. Попробуйте, на самом деле. Пять, проще позвонить или кого-то уебать. Есть, я хотел подыграть, но мне страшно, что будет дико. Дикий рассинхрон? Да. Слушай, мне кажется, да. Ладно, нормально было, хорошо, давай.
Это черный глаз. Я думал, это очко. Ну, а ты не думай, ты действуй. Бонусный уровень, бонус. Две песни, вот это. Не подсказывай, вообще не, даже нигде не вывешиваю, просто вот если кто угадает, угадает. Или вот это еще. Не припев. Кто догадается, это просто дополнительный бонус. Давай кто угадает в комментариях все песни, короче, да? Что были. И две вот этих бонусных. Привет в следующем видео. Как тебе? Да, хорошо. Это, я сыграю просто то, что классику, классику нужно сыграть. Последняя, заключительная песня на сегодня. Кстати, напишите в комментариях, сколько песен вы угадали у Ярика и сколько у Акстара. Короче, вот. На... Итак, мы с Яриком сыграли песни. Сейчас вы увидите звание. Посчитайте, сколько песен вы угадали. И напишите свое звание, которое у вас получилось в комментариях. Поздравляю тебя, мой дорогой! Ты обрел данное звание. И теперь с данным званием ты можешь двигаться по жизни. Тебе не нужны дипломы, тебе не нужно высшее образование. Только это звание. Приходишь такой в Газпром и говоришь: я хочу стать начальником. Они тебе говорят: слушай, чувачочек, а у тебя есть вот это звание? Ты говоришь: да, есть вот это звание. И все, и ты работаешь крутым мужиком, где-то сидишь на... и пердишь. Сидишь, лежишь, вот, лежишь, да. Пердишь. И вот так мы с Яриком устраиваем вам в жизни. А прикинь, реально кто-то такой приходит. Вот, вот доказательство. Подписывайтесь на канал Ярика, подписывайтесь на канал Акстара. Акстар — это я, если чё. Вот. А Ярик — это... Это чел в шапке. Да. Если вы хотите продолжение, то давайте 17 500 лайков, и продолжение будет. Всем пока. Бля! А чё я кулачок даю? Это не моя фишка. А я тебя бью на самом деле просто.